Готовы в этом плане поддерживать. Только на каждом шагу вы должны быть мелкие и средние собственники. А большие, у них хватит денег, пускай они занимаются другими проектами. Какими бы лозунгами они не прикрывались. Поэтому не надо нападать на Ле Пена. У него нет боевиков, у него нет армии. Посмотрите на их лица, ни одного француза. Ни одного здорового лица. В миллионном исчислении граждан другой культуры, цивилизации требуют десятилетий адаптации. В отличие от коммунистов и левых сил, у которых есть страшный, отвратительный лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», у Ле Пена один совсем другой лозунг, который приятен и русскому сердцу. Это лозунг «Патриоты всей Европы». Объединяйтесь. Ле патриот до тулероп, унисеву. Больше лег под американцев. И американцам в определенном смысле тоже выгоднее Ширак. Ле Пен хочет бороться через новые законы французского парламента, которые могут провести. Нынешние коммунисты зовут к нищете и в тюрьму. Они все ищут, как бы им в уголовный кодекс ввести новые статьи. Поэтому мы еще раз желаем французам завтра сделать правильный выбор. Выбор в пользу господина Ле Пена. Ле Пен должен стать президентом Франции. Если он завтра не станет, мы лишний раз сможем убедиться, что глобализм захватил всю Европу. Что выборами руководят не французы, а в Брюсселе. Там сегодня сидит интернационал. Истинному патриоту Франции! Фотографируйте, пожалуйста, мне. Фотографируй мне, пожалуйста. Я сфотографирую. Да, фотографируй. Юрин, помоги ему. Здесь. Ну как-нибудь подъезжай.